Доверять или проверять? Ну, вы спросите, конечно, значит, доверяй, но проверяй. Ведь я, так, меня так просто на или не возьмешь. Рассказать все или сохранить интригу? Ну, в любви вообще вот очень важно, чтобы было ощущение какой-то загадки, но не в смысле того, что кто-то что-то скрывает, а в том, что вы не понимаете, как вот можно так суперски любить, заботиться, поддерживать. Вот если в этом загадка, тогда круто. Правда или действие? Ну, правда, она, это очень сложная штука, потому что их столько разных, этих прав там и так далее. А вот действие одно, безусловно, потому что то, что вы сделали, это ну, иллюстрирует и отношения, и поступки. Ну, в общем, поэтому действие. Писать или читать? Ой, стой, я бы сейчас что-нибудь почитал бы лучше. Роза или мимоза? Мимозу люблю такая. У меня дерево есть в Греции такое мимозное, там оно такое красивое. Но сейчас будет цвести, а я тут сижу. Горькая правда или сладкая ложь? Да давайте правду. Сердце или разум? Сердце успокоится, вот, а разум пусть работает. Разум. Продолжать ждать или сделать первый шаг? Делайте, плюйте, делайте вперед с песней. Все будет хорошо.